Приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим пятерку кондиционеров Rovex, рейтинг лучших. Все товары, которые здесь представлены, все идут с Яндекс.Маркета. Ссылки все будут в описании под этим видео, можно будет перейти и ознакомиться. Rovex – это молодая испанская компания. На российском рынке климатической техники бренд Rovex сравнительно недавно. Данная компания стала известна в России очень недавно, и поэтому сильно большого рейтинга они сейчас не имеют, поскольку не столько распространенная у них известная марка данных сплит-систем. Первая в нашей пятерке сплит-система Rovex RX07MDX1. 28 900 рублей стоимость, скидка 36% сейчас на Яндекс.Маркете. Также на Яндекс.Маркете можно приобрести в кредит. На 21 квадратный метр идет площадь помещения. Потребляемая мощность и мощность охлаждения при обогреве 610-650 Вт. Есть из доп. Режимов осушения, ночной и вентиляция. Минимальная поддерживаемая температура 18 градусов, максимальная 24 градуса. Рейтинг достаточно высокий. Что касаемо достоинств, низкая цена, экономичный, энергоэффективность класса А, функциональный, качество сборки на высоте, неплохой компрессор, не шумный. Следующая сплит-система Rovex RS12CST4, 33 тысячи рублей, скидка 24% на Яндекс.Маркете, идет на 35 квадратов. Это одна из самых бюджетных сплит-систем на рынке, но, несмотря на низкую стоимость, обладает всеми необходимыми функциями. Есть охлаждение, обогрев, мощность при охлаждении и обогреве в районе 1000 Вт, антибактериальный фильтр есть, уровень шума от 23 до 36 дБ, гарантия предоставляется в 3 года, несколько режимов работы. Из особенностей есть управление со смартфона, есть функция Wi-Fi, увеличенный поток воздуха до 10 метров, самоочистка, новый пульт на русском языке, 4D воздушный поток. Есть много режимов также, которые только что, да, мы с вами обсудили. Что касаемо отзыва, рейтинг здесь неплохой, да, и отзывов, в принципе, здесь немного, но, однако, они все идут на 5 звезд. Хорошего качества, малошумные, хороший охват помещения, то есть заявлено 35 квадратов, можно с легкостью охладить и обогреть за короткий период времени. Далее следующая сплит-система Rovex RS07CBS4. 33 300 рублей стоимость, 14% скидка сейчас идет. Площадь помещения, которую можно обогреть и охладить, 21-30 метров квадратных. Инверторный компрессор. Несколько особенностей здесь есть, такие как пульт управления, теплый насос, индикация работы, дисплей, таймер включения-выключения. Мощность при охлаждении и обогреве от 1200 до 1400 Вт. Есть несколько режимов, ночной, также есть вентиляция, самодиагностика, автоперезапуск. И предоставляется здесь 3 года гарантии. Рейтинг здесь также высокий, отзывов немного. Низкое энергопотребление идет, хороший кондиционер. И недостаточно такой, прям, чтобы шумности было от него много, как от внешнего, так и от внутреннего блока. Поэтому за свою стоимость неплохой вариант. Следующая сплит-система Rovex RS07MST1 серии Grace, 24 900 рублей его стоимость. Кстати, на Яндекс.Маркете всегда самая низкая цена. Есть фильтр антибактериальный, мелкодисперсный, LED-индикация режима работы, запоминание положения жалюзи, покрытие теплообменника Golden Fine, сплит-система Rovex серии Grace. Гарантия предоставляется на 3 года. Есть интеллектуальная разморозка, авторестарт, таймер, быстрый старт, есть автодиагностика, защита от образования наледи, уровень шума до 25 дБ. Также есть горизонтальные жалюзи управления, ими с пульта дистанционного управления, двухсторонний дренаж,
защита от утечек, есть также ночной режим еще. Что касаемо рейтинга, то рейтинг здесь также высокий, 4,7, я считаю, что это почти на пятерку. При использовании за короткий период времени отзывов отрицательных не было. Пластик неплохой, не скрипит, не трещит, все работает, есть индикаторы выбора программы и, соответственно, режимы, которые есть, да, все выполняются. Ну и последняя в нашей пятерке сплит-система Rovex RS09CBS4, 35 854 рубля стоимость, скидка 9% на Яндекс.Маркете. Площадь помещения, которую можно обогреть и охладить, это до 27 квадратов, ну до 35 квадратов, в принципе, его будет хватать. Мощность кондиционера девятка. Внутренний блок наделен компактным лаконичным дизайном. На лицевой панели блока расположен открытый LED-дисплей. Также данная сплит-система обладает самыми необходимыми режимами и функциями, позволяющими максимально быстро создать благоприятный микроклимат в помещении. Что касаемо рейтинга, то рейтинг здесь неплохой. Отзывов не столь много. Довольно-таки дизайн своеобразный, то есть квадратный такой, мощновато выглядит, я бы сказала. Ну, с учетом того, что он недорогой, да, то, в принципе, неплохо. Сказать, что там, да, не понравился по работе, нет, по работе все отлично. То есть здесь как бы нареканий каких-то нет. На картинке просто не так мощно выглядит, как в реальности. В реальности чуть более такой громоздкий. Ну вот такая вот пятерка сплит-систем Rovex у нас получилась. Все товары, которые здесь представлены, все идут с Яндекс.Маркета. Ссылки все будут в описании под этим видео, можно будет перейти и ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх. Обязательно подписывайтесь на канал. Пишите комментарии под этим видео, как вы пользуетесь вы сплит-системой или же кондиционером. И всем до новых встреч. Пока-пока.